Новый вызов русскому миру. В американской логике, чем меньше распространение русского языка, тем сильнее позиции Америки. Кому выгодны языковые войны? Ситуация с грамотностью у молодого поколения, она катастрофическая. А что плохого, если мы отдалимся от русского мира? Кто заставляет наших соседей менять алфавит? Фонд Сороса – это страшное подрывное оружие, которое действует в первую очередь против России. И сможем ли мы отстоять кириллицу? Руки прочь от русских школ! Теория заговора. В понедельник в 19:35.